Люди говорят, что я милый парень. Но я не думаю, что быть милым привлекательно. Джу Юн не такой хороший парень. Честно говоря, для меня это очень важно. Я очень чувствительный и не могу выразить все, что хочу. Если бы я мог, то не был бы сейчас здесь. Мне нравится оставаться спокойным. Обычно я простой. Я склонен быть позитивным. Сан Йон – простой. Мы действительно собираемся быть великолепными. Моя мечта? Она очень конкретна. Я певец, и я хочу быть на самом высоком уровне для певца. Это билборд. Разве мы не должны однажды стать первыми на билборде? Сама моя личность очень яркая, но это еще не все. В глубине сердца я чувствую боль и грусть по отношению ко всем. Думаю, многие люди предполагают, что Кевин должен быть счастливым парнем. Но это не весь Кевин. Мы должны поговорить о Кевине. Люди говорят, что ревность как огонь. Но когда ревную я склонен к холоду. Ревность делает Йонхуна холодным. Я не хочу казаться только добрым человеком, который все время смеется и улыбается. Я хочу злиться, когда захочу этого. Хочешь быть злым, Джейкоб? Я склонен всегда скрывать свои чувства, но теперь я буду более честным. Бывают моменты, когда я чувствую себя подавленным. Немного. Совсем немного. Почему Кью не может быть подавленным? Когда я чувствую себя хуже, я не падаю вниз. Вместо этого я чувствую себя более страстным. Сону не разочарована в неполноценности. В конце концов, я тот, кто видит все и испытывает все на собственном опыте. Я тот, кто говорит то, что должен сказать, даже если это мне чего-то стоит. Если я это сдерживаю в себе, то думаю, я становлюсь токсичным. Нахальный Хёнже выговорится. Мы хотим быть честными в нашем голосе.